Приветствую вас, уважаемые коллеги. Меня зовут Олег Шевелев, я руководитель-основатель сайта «Прорасти.рф». И в последнее время я получаю достаточно много обращений, вопросов моих клиентов, подписчиков о том, как увеличить клиентопоток в офисы. Как сделать так, чтобы в компанию приходило больше покупателей и больше клиентов. Один из инструментов увеличения входящего потока – это прием, грамотный прием входящих звонков. Тех звонков, которые поступают в вашей компании. И сейчас в этом видео я хочу дать вам скрипт обработки входящего звонка. Этот скрипт вы можете внедрить в себя в компанию, независимо от того, каким бизнесом вы занимаетесь, потому что он показал достаточно высокую эффективность. Давайте посмотрим, что он собой представляет. Итак, представьте, что у вас зазвонил телефон, ваш менеджер, либо вы лично поднимаете трубку и озвучиваете первую фразу. Первая фраза, с чего начинается скрипт, это приветствие. Я буду сейчас писать в такой формате прямой речи, чтобы вы могли буквально дословно это применить. Что вы можете сказать? Добрый день. Добрый день. Название компании. Добрый день. Компания «Ромашка». Имя менеджера. Меня зовут Татьяна, к примеру. И здесь сразу вопрос клиенту, который вы задаете, чем я могу помочь вам. Раздается телефонный звонок. Добрый день, это компания «Ромашка». Меня зовут так-то, так-то. Чем я могу вам помочь? Все, это первая фраза, которую слышит клиент, обратившись в вашу компанию. Озвучивая название компании, имя, сразу создается деловитость атмосферы, клиент понимает, что он звонит в клиентоориентированную компанию. Это уже плюс. Но это самый как бы простой вариант, он наверняка у вас в бизнесе уже внедрен. Клиент в ответ на это нам озвучивает цель своего звонка. Клиент говорит. В ответ на это, независимо от того, что сказал клиент. Ну, давайте возьмем для примера банковскую сферу. У меня много подписчиков, которые работают как раз-таки в банковской сфере, но скрипт применим абсолютно в любой. Добрый день, это такой-то банк, меня зовут так-то, так-то, чем я могу помочь? Скажите, пожалуйста, какие проценты по вкладам у вас действуют? Мы услышали запрос клиента. Второй шаг, который мы делаем, очень часто хочется сразу ответить клиенту. Хочется вывалить на него всю информацию, которую мы знаем. У нас на один год такие проценты, на два года такие проценты. Но здесь не нужно спешить. Мы смягчаем запрос клиента. Мы говорим, конечно, сейчас подскажу вам. Сейчас подскажу. И сразу задаем встречный вопрос. Что мы можем у клиента спросить? Мы лучше всего, если вы спросите вот на этом этапе, скажите, пожалуйста, как я могу к вам обращаться? Скажите, как я могу обращаться? Задаем вопрос. Клиент озвучивает имя. Он говорит Иван Иванович. Следующий наш шаг, который мы делаем, когда мы слышим его имя, мы говорим Иван Иванович. У нас в банке есть несколько видов вкладов. То есть мы, не сразу отвечаем на вопрос, мы говорим, что у нас этого много. Как бы. У нас широкий ассортимент продукции. Если вы работаете в компании, которая продает подшипники, клиент говорит, у вас есть подшипники? Конечно, сейчас я вас сориентирую по прайс-листу. Скажите, как я могу к вам обращаться, Иван Иванович? Иван Иванович, у нас много видов подшипников. То есть вы вот так вот показываете, что у вас есть несколько вариантов, которые вы можете клиенту предложить. У нас несколько видов, буду писать сокращенно. И сразу задаете, опять же, встречный вопрос, уточняющий. Вот сюда добавляете уточняющий вопрос. Здесь какой-то общей рекомендации не могу дать, потому что в каждом бизнесе своя специфика. Если мы возьмем банковский, вот вернемся к нашей миниатюре по поводу вкладов, да, конечно, сейчас подскажу, скажите, как я могу к вам обращаться, Иван Иванович. Иван Иванович, у нас несколько видов вкладов. Скажите, пожалуйста, вас в какой валюте интересует вклад? Рубли, доллары, евро? Это уточняющий вопрос. Он позволяет нам собрать больше информации и создать такой статус разговора. То есть клиент говорит, и мы говорим, и мы устанавливаем с ним контакт таким образом. То есть здесь ответ клиента. И, соответственно, следующим шагом пойдет то, что вы даете краткий ответ
на вопрос клиента. Вы говорите: Иван Иванович, у нас в рублях есть на сегодняшний день несколько видов вклада, максимальная ставка составит, там, например, до 20% годовых, при этом окончательная ставка будет варьироваться в зависимости от условий, которые важны для вас, пополнение, снятие и так далее. Это такой краткий, не надо подробно по каждому виду вклада рассказывать, краткий. Много вкладов, максимальная ставка такая-то, все зависит от условий. Дальше вы можете клиента сразу пригласить в офис, сказать: как насчет того, чтобы подъехать к нам в офис, и я вам на месте все подскажу, мы сможем подобрать лучший для вас вариант. Вот это как пример, да. Можно, конечно, сюда включить еще элемент кросс-продажи, но я хочу сейчас в этом видео дать максимально простой скрипт обработки входящего звонка. То есть вот здесь четвертый пункт – это ответ плюс приглашение в офис. Мы прекрасно понимаем, что если клиент придет в офис, нам будет проще ему продать что-то еще дополнительное, предложить, узнать о его потребностях и так далее. Поэтому обязательно этим, конечно, нужно пользоваться. Если мы возьмем другой бизнес, то же самое. Как вас зовут, Иван Иванович? У нас есть несколько видов там канцелярской продукции, несколько пакетов разных мы можем для вас сформировать, все зависит окончательно от ваших запросов. Как насчет того, чтобы к нам подъехать в офис, и мы с вами на месте все это дело посмотрим, составим лучший вариант для вас. То есть здесь мы всячески стараемся назначить встречу. Таким образом, возвращаемся к тому, что каждый звонок мы можем превратить в потенциального клиента. Если клиент к нам придет в офис, он уже, скорее всего, с большей вероятностью купит, нежели он просто узнает цену. Часто в бизнесе происходит такая картина, что клиент дозванивается, говорит: сколько у вас это стоит? Понятно, до свидания. И на этом разговор заканчивается. Строя скрипт таким образом, вы, во-первых, владеете инициативой, потому что каждая ваша фраза заканчивается вопросом. Чем я могу вам помочь? Скажите, как я могу к вам обращаться? Уточняющий вопрос и приглашение в офис. Вы полностью владеете инициативой, вы добиваетесь целевого действия в зависимости от вашего бизнеса. Если вам интересно, допустим, составить скрипт входящего звонка именно в вашей сфере, то пишите мне, мы с вами что-нибудь придумаем применительно к вашему бизнесу, да, учитывая специфику, чтобы он у вас был заточен максимально на привлечение клиента к целевому действию. Что ж, придерживайтесь вот такого вот простого порядка, и клиентов в офисе у вас станет гораздо больше. И как минимум, кстати, вот на последнем шаге вы еще забираете обязательно телефонный номер. Скажите, пожалуйста, ваш телефонный номер, чтобы я мог вам там перезвонить, проинформировать об изменениях и так далее. Тут, опять же, есть много предлогов, которые мы можем использовать. В этом видео не буду их особо касаться. Самое главное, возьмите вот за основу вот этот скрипт. Внедряли его и в крупных федеральных банках, и в других компаниях. И он очень здорово работает. Если будут вопросы, пишите в комментариях, постараюсь всем ответить и подсказать. Желаю вам хороших продаж, продавайте красиво и легко. С вами был Олег Шевелев, пока.